Мы находимся в одном из спальных районов, называется Мещерье. Почему спальный, вы сейчас увидите. Вот так вот выглядят здесь дома. На каждом балконе есть вот такая вот занавеска, которая защищает от солнца. На самом деле здесь очень жарко, но выглядит это, в общем, вот так вот. Вот такая вот картина. Узкие улочки, очень много мусора. Есть машины, вот, которые, например, то ли они вообще не используются, то ли их не моют, но, скорее всего, они здесь просто стоят. Внизу есть некоторые магазины. هيدا لما نروح لعنده تعال نروح نشوفه наша машинка наша модель Да. Сектор 4, Руя 86. Интересно, что это значит. Сектор 4. Я знаю, что у них, в принципе, нет, как у нас, номера домов. У них это название. No good, Ольга. It's okay. Либо no good. В этом же районе находится вот такая вот госпиталь, находится Эймант, Айдаджа, короче, как там так называется. Довольно-таки большой. Такие магазинчики здесь в районе. А вот другой вид из окна, буквально в 100 метрах от того места, где мы были. Здесь уже повеселее.